Это у меня четвертая серия, не знаю, появилась. Мне позвонил Байдрок. Да ладно, у тебя Эмили. Очень смешно, Эмили. Оливер, я буду поздно, так как пойду с Заком на охоту. Вил, а пожалуйста, не наткнитесь на священника. Хорошо, иди давай уже. Почему так с ним разговариваешь? Я так... Давайте вы пойдете до дома за пижамой и хавчиком. Как он тут не мог уже открыть? Ну и дело, они шляются. Вроде недалеко живут, им магазин недалеко. Может, они вообще забыли про меня? Вил! Что случилось, солнце? Девочки забыли про меня. Чего ты и взял это? Мы ушли домой за пижамами, и их уже 1.5 часа. Нет. Давай позвоним и спросим, где они. Давай. Алло. Ой, так вот про что мы забыли. Вы чё там, не прифигели случайно? В смысле, блин, забыли? Прости, 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 мы сейчас приедем. Полтора часа назад. Прости, уже бежим. Очень надеюсь на эту. Люди, я планировал это всё сделать в Анусе. В одну серию. А у меня получилось 4 серии! Господи. Пипец. Вы быстрые, конечно. И мама уже уехала? Да, перед вашим приходом Зак по вещами, и они уехали. А чё тихонько? Вил спит просто. Лады. Ладно, ребята, ты с вами был бешеный геймер по качеству. Я покажу, через сколько сейчас он сниму. Нет, о! Ну что ж, ребята, давайте покажу. Почему одна часть бы? Окей, сейчас пойду выкладывать, а вы пока почекайте. А секундно погляну с ней. О, вы спасибо тебе. Смотрю, вроде норма. Все аналитики.
Что ж, ребята, я пошел выкладывать. Сейчас я покажу, как это происходит. Так, у меня их. Так. Сейчас надо будет пойти сделать. Пусть опять. Ну, окей, козду. Ладно, ребята, вот. Сейчас покажу, через сколько дней поменяется с названием. А через 12 дней. Ладно, всем пока. До скорых встреч. Ребята. Кстати, не забывайте, смотреть плейлист, ведь я сейчас, когда вы загляните на плейлист, вы увидите, что я снимаю. И не забывайте подписываться. Привет, это Марик. Так, Мьюз Плеер. Так, где это? Транспорт. Ну, ладно. Марик 2.0. Не забудьте на него подписываться. И что ж, всем пока.